Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, что такое ICO-трекеры и зачем они нужны? Представьте себе, что есть непосредственно какие-то листинги, куда записываются все ICO, которые будут проходить, которые прошли и которые непосредственно идут в данный момент. Вот это и есть трекеры. На сегодняшний день их очень много. Одни из крупнейших, например, это ICO-рейтинг, ICO-tracker.net и так далее. Чем полезны эти ресурсы? Во-первых, они дают общую информацию о том, что вообще происходит в мире ICO здесь и сейчас. Во-вторых, они дают минимальную оценку этим ICO-продуктам. И в-третьих, очень часто и все чаще они стали давать развернутые ответы о том, что данное ICO надо использовать или не надо использовать. Они также могут поставить метку на проекте, что это скам. Соответственно, инвесторы получают дополнительную информацию, а те, кто выкладывают эти ICO, они получают дополнительный трафик, который составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких даже сотен тысяч человек. Поэтому использовать эти трекеры будут все больше и больше и более эффективно. И используйте вы. На этом все.